Вчера пришло боевое распоряжение, в котором было четко сказано, первое, важное, это в случае ухода с позиций будет признано как измена Родины. Это к нам обращение. Если не будет боеприпасов, то мы уйдем с позиций и зададим вопрос, все-таки, кто Родине изменяет. Сегодня делается все абсолютно, чтобы он посыпался. Поэтому сегодня одно из подразделений Министерства обороны бежало с одного из наших флангов. Бросив позиции, сбежали все и оголили фронт. День Победы – это победа наших дедов. Мы на миллиметр не заслужили этой победы.